Я приглашаю Кристину Осельски. Я хочу пригласить Кристину Осельски. Мы с ней познакомились на фестивале. Мы с ней познакомились на фестивале. Она из церкви Дом Хлеба. И она из Божничьего Дом Хлеба. Александра Шевченко. Пастору Александра Шевченко. И я искренне признательна ей за ее служение. Esu dėkinga jai už jos tarnavimą. За ее жертву времени. Už tai, kad jinai aukoja savo laiką. За то, что она могла служить у нас в Беларуси. Потому что она действительно стала громадным благословением для нашей страны. Jinai tapo labai didelis palaiminimas. Спасибо большое за приглашение. Ačiū labai už pakvietimą. И вообще, если честно, в этой поездке не ожидала, что буду в Литве. Tiesą sakant, aš nelaukiau, kad aš būsiu Lietuvoje šito kelionėje. У Бога не бывает случайностей. Bet Dievas neturi atsitiktinumo. И не бывает ошибок. Ir neturi klaidų. Поэтому, когда Ольга меня пригласила, kai Olga mane pakvietė, я решила, не задумываясь, приехать. Aš nusprendžiau, net nepagalvojus atvažiuoti. Вообще, у меня ожидался совершенно другой тур. Manęs laukė visai kitoks turas. Но уже на протяжении просто менялось все. Bet tiesiog eigoj viskas keitėsi. И менялось все во благо. Ir viskas į gerą keitėsi. Итак, первую песню я хочу вам спеть о выборе. Я хочу подойти apie pasirinkimą. У каждого из нас есть выбор, и у Иисуса Христа тоже был выбор. Да, и Он пришел нас спасать покруче. Почел меня спасти, спасти и любой ценой. Ты сделал выбор свой. Голос, ты в саду склонившись молишься в тиши ночной. Ты слышал голос мой. Я всего понять признаюсь не могу, но знаю небо слышало. Позвать на помощь ангелов сто тысяч мог, вместо меня был распят Бог. Я всего понять признаюсь не могу, но знаю, небо слышало мольбу мою. Как если кто положит душу за друзей. Ты понес мой крест скорбей, ты страдал за всех людей, ты пролил святую кровь, чтобы меня спасти любой ценой. Ты явил свою любовь, ты пожертвовал собой, ты свободу дал мне, жертва совершенной.
Давайте прославим Бога за вечную жизнь, за Его спасение, за Его милость. Вторая песня будет «Бегу я». Нам нужно всем бежать, чтобы побеждать. Во тьме глубокой, где неизвестно ничего, встречалась я лицом к лицу с грехом. Я не знала, дальше мне куда идти, где я могу покой душе своей найти. Он пригласил меня прийти в присутствие свое, святое место, место милости Его. Бегу я, бегу к престолу милости, где Иисус покроет, сказал Он все мои грехи кровью омоет и исцелит все раны. Бегу к престолу милости, бегу к престолу милости. И нет надежды там, где ты живешь, лишь во Христе покой душе своей найдешь. Мечты о жизни, что не сбылись никогда. О, знай, знай, для тебя есть место милости всегда. Сказал Он все мои грехи кровью омоет и исцелит все раны. Бегу к престолу милости, о-о-о, бегу к престолу милости. Он пригласил тебя прийти в присутствие свое, за то, что мы можем прибегать к Нему всегда, за то, что у нас есть свободный доступ. Следующую песню я спою о молитве. Сейчас проверю. Шпаргалка. Да, точно о молитве. Можно чуть-чуть погромче музыку? Чуть-чуть.
мой сон убегает. Вокруг пустота и все как дурман, время все тает и исчезает жизнь как туман. Ищу тебя я, вокруг пустоты меня сохрани, Боже, дай силы верить, любить и тебя найти. Скажу я молитву, не боюсь я прошлой боли. Со мною всегда ты, меня ты защити. Молитва словно жар моей души сгорает. Молитва, нету слов, лишь одно имя Боже. Следующую песню я продолжу петь опять насчет молитвы, но это уже моя молитва личная. Эту песню не я сочинила, но она очень глубоко в моем сердце. Эта песня про мою жизнь. Называется «Мой царь». О Боже, прими мои ночи и дни, пускай прославлений длятся они. Мой голос возьми, я душой воспою, мой царь, неизбывную славу твою. Коснись моих уст, и да будет на них
любови бремя, чтоб не ведая зла, она в моем сердце отныне цвела. Возьми мое сердце, чтоб дух мой вошел пылинкою радужно царский престол. Мой слух отвори, чтоб услышала я, как жизни касается правда твоя. Мой голос возьми, я душой воспою, мой царь неизбывную славу твою. Мой голос возьми, и я душой воспою, мой царь неизбывную славу твою. Мой царь неизбывную славу твою. Мой голос возьми, я душой воспою, мой царь неизбывную славу твою. Я благодарю Бога, что я могу петь именно для Него. Что мне не приходится врать. Что мне не приходится одеваться так, как я не хочу. Что мне не приходится петь о том, что я не хочу. О том, что я могу петь для всех. Не только тот, кто меня закажет, например, а для всех. Потому что Божий дар, он есть именно дар. Дар — это значит отдать. Поэтому моя цель на 100% — отдать все, что Бог мне дал. Чтобы Бог мне не сказал, да тебе платили за то, что ты пела. Когда Девас мне не посекиту, когда тау мокея уж ты кату дейновей. Ну, наоборот, чтобы Бог сказал, ты верный, добрый раб. Когда ты ждешь Девас посекиту, когда ты иштикимас ир герас тарнас. Следующую песню я спою. Эту песню написал мой пастор Александр Шевченко. Шита гесме параше мано пасторис Александр Шевченко. Он как-то уезжал в горы молиться и поститься. Įsivažiavo į kalnus, melstis ir pasninkauti. И он почувствовал сердце Бога. Ir jis pajautė Dievo širdį. Он увидел, как, насколько гибнет мир и утопает. Jis pamatė, kaip skęsta ir žūsta pasaulis. И просто он кричал к Богу, наклони небеса. Ir jis šaukėsi Dievo, kad Dievas tiesiog nuleistų dangų. Для меня честь исполнить эту песню. Ir man yra didelė garbė padainuoti šitą giesmę. Мы в проклятиях пороков увязли. Здесь повсюду страдания и боль. О, Господь, исцели наши язвы. Опустись к нам земную доль. Наклони небеса и сойди. Озари своим светом лица. Удостой, пожалей, пощади. Наклони к нам, Господь, небеса. От тебя мы рабы произвола. Мы противники воли твоей. Мы не в силах
силах подняться к престолу. Снизойди к нам, Господь, пожалей. Наклони к нам, Господь, небеса. Твоему освященному храму грехи не дозволят взойти. Только ты можешь в черную яму наклонить небеса и сойти. Очень важно, чтобы мы были именно этими сосудами, этими работниками в Царстве Божьем, чтобы как много больше людей спаслось. Следующую песню я спою на английском языке. Но для меня эта песня непростая. Сейчас, секундочку. Да. Эта песня вообще, эту песню исполняет девочка, ей 12 лет. И примерно такая же тема, что и в «Наклони небеса». Было, в ее жизни было такое, что она вообще выросла в Филиппинах. В очень бедной стране. Над ней сильно издевался отец. И она просто пела на улицах, чтобы прокормить семью. Но ее заметили американцы, продюсеры, когда были там в туризме. И они забрали ее в Америку. И сейчас она всемирно известная певица. И эту песню, когда она поет, она просто плачет. Потому что она пережила насилие, она пережила боль. Песня называется «Письмо Богу». Ir daina vadinasi Laiškas Dievui. Говорит о том, если бы я написала письмо Богу, jeigu aš parašyčiau laišką Dievui, я бы попросила его, чтобы не было войны, aš попросyčiau, kad nebūtų karo, чтобы не было насилия, kad nebūtų prievartos, чтобы мне не нужно было доказывать, kad man nereikėtų įrodinėti, что я просто человек, kad aš tiesiog esu žmogus. И вот эта песня «Письмо Богу», она сейчас всемирно известна. Ir dabar šita daina Laiškas Dievui, она yra žymi. If I wrote a note to God, I would speak what's in my soul. I'd ask for all the hate to be swept away, for love to overflow.
В Америке. Потом она стала очень близким другом нашей семьи. И мы долго с ней дружили на протяжении многих лет. И она заметила способность у меня петь. И она поняла, что лучше меня учить песнями петь. Говорить по-английски. Англу калба мокити гедоти. И она очень много со мной занималась. Я ей тоже помогала ездить на всякие разные там мероприятия, куда ей нужно было ездить. У нее не было своих детей, поэтому она меня считала как свою дочку. Но в один день нам позвонили и сказали, что у нее случился инсульт, и она попала в больницу. Kad pas ją atsitiko insultas ir jinai pateko į ligoninę. И нас пригласили уже туда. Ir mus pakvietė jau ten. И доктора нам сказали, что они отключают ее от аппаратов, потому что она была вся в аппарате. Kad ją atjungė nuo aparatų, который поддерживал ее жизнь. Kurie palaikė jos gyvenimą. Она была в сознании. Jinai buvo sąmonėj. И она попросила меня, чтобы я ей на прощание спела эту песню. Ir jinai paprašė manęs, kad aš
Tiesiog atsisveikinimu padainuočiau šitą dainą. Įmina to pėsnių, kurią jinai mane naučila. Būtent tą dainą, kurią jinai mane išmokė. A tai buvo labai nekrasyva, kaip ją pėla, jeigu tiesa. Aišku, tai buvo labai negražu, kaip aš dainavau, jeigu tiesa. Patam, šitą sliozą tikli po maim šikam. Todėl, kad ašaros rydėjo per mano skruostus. Į pėsnių gavarila o tom, šito na nebė nebūdėt gorė. Ir dainoje dainavosi apie tai, kad danguje nebus skausmo. Nebūdėt slioz. Ašarų. Мы не будем никогда расставаться. Мес никомет не сискирсим. Что болезни, ад и смерть и дьявол будут вергнуты в озеро огненное. Как лига и вельнес и лигос будут тесёк и озеро огнес. И что все, чьи имена записаны в книгу жизни. И все, кури варды и решите гивянему книга. Будут жить на небесах. Гивян стангуя. Что для каждого из них построено... Целая усадьба, дворцы построены. Как kiekvienam iš tų žmonių, kurių vardai rašyti į gyvenimo knygą, tiesiog yra pastatyti namai dideli. Она меня гладила по руке. Иной глосте меня по ранка. Говорила, не бойся, мы скоро с тобой встретимся. Sakė, tu nebijok, mes greitai su tavim susitiksim. Я была очень рада быть частью жизни именно этой женщины. Аж была labai laiminga būti būtent dalimi gyvenimo tos moters. Ей не посчастливилось иметь своих детей. Ей не повіко турети саво вайку. Но последние 10 лет она была очень счастлива, потому что как будто бы у неё была дочь. Bet paskutinius 10 metų jinai buvo labai laiminga, nes jinai jautėsi lyg tai turi dukrą. Также так было в моей жизни. Taip pat mano gyvenime tai buvo. Что я была участницей очень большого вокального шоу в Украине. Kad aš buvau, dalyvavau labai... Называется X-Factor. X-Factoris Украине dalyvavau tą шоу, да. Музыкальный шоу. И я довольно-таки хорошо шла, там вокально меня везде проходило все конкурсы. И там man labai gerai pavyko visus vokaliniai... Vokalinė prasme praeiti visus konkursus. Nu, potom vadin prekrasnyi dėj, mene prosto vzali i vygnali. Bet viena tiesiog paėmė mane ir išvarė. И я не могла понять, почему, зачем, боже, зачем такой позор. Kodėl tokia gėda? Потому что я реально знала, что на голову выше тех, кто остались. Nes iš tiesų žinau, kad aš visą galvą esu aukščiau tų žmonių, kurie pasiliko. Но это время мне посчастливилось познакомиться с одной девочкой 17-летней. Bet man pavyko susipažinti su viena mergaite 17-metė. Абсолютно неверующая девочка. Jinai visiškai netikinti. И она меня очень сильно уважала. Ir ji mane labai gerbė. Она мне однажды говорит, Кристина, у меня такая депрессия, я не знаю, что делать. Она в Украине живет. Jinai sako, man tokia depresija, nežinau, ką daryti. Jinai gyvena Ukrainoje. Я говорю, Настя, тебе нужно в церковь идти. Aš pasakiau, Настя, tau reikia eiti į bažnyčią. Она говорит, Кристина, ты что, это так старомодно и вообще... Кристина, а ты как, таки че ты псеномадишка? Только одни бабушки ходят в церковь. Вен мучутес вайкшты в бажнича. Я говорю, реально, пойди, потому что только Бог может исцелить от депрессии, никто не поможет. И что я сказал, реально, ты ноги в бажнича, не стык делась, гали ты вещь гидит на депрессию. Я получаю от нее письмо. И я жгауну на ее слайшка. Она говорит, Кристина, я, как ты сказала мне... Jinai sako, Kristina, kaip tu man pasakė, aš... Я пошла в церковь. Nuėjau į bažnyčią. Приняла Иисуса в свое сердце. Priėmiau Jėzų į savo širdį. И сейчас я исцелена полностью от депрессии. Ir dabar aš pilnai išgydyta nuo depresijos. Я обрела мир с Богом. Aš atradau ramybę su Dievu. И теперь пою в хоре. Ir dabar gėdau в хоре. Мы с ней договорились встретиться в Украине по моему приезду. Mes su ja susitikti Ukrainoje. Но ее номер телефона не отвечал. Bet jos numeris telefono neatsakė. Я захожу к ней на страницу ВКонтакте. Aš užėjau į kontaktą jos puslapio. А у неё написаны только соболезнования на стене. O pas ją ant sienos yra tik tai užuojauta. Я начинаю разыскивать её маму, разыскала. Ir aš suradau jos mamą. Я спрашиваю, это что, шутка какая-то? Aš sakau, tai kas čia, koks juokas? Она говорит, нет. Jinai sako, ne. Настя вернулась из церкви, был праздник Вознесения. Настя грижу из бажнічас ir buvo. Говорит, она прям вся светилась. І не вся світіла. Говорит, я сидела на диване. А що сидела на софос? Она подошла, легла ко мне на колени. І прийо atsigulė man ant kelių. Сказала, что любит меня очень сильно. Pasakė, kad labai mane stipriai myli. Так как она была православная, она перекрестилась. Kadangi jinai buvo pravoslavų tikėjimo, jinai persižegnojo. И просто перестала дышать. Ir tiesiog nustojo kvėpuoti. Делали ей вскрытие. Jai darė skrodimą. И ничего не могли найти вообще. Это смерть непонятная ни для кого. Ir tai yra neaiški mirtis niekam. Но за два месяца до своей смерти она была очень счастливой.
Bet 2 mėnesius iki savo mirties jinai buvo labai laiminga. И для меня был ответ, вот для чего я участвовала в этом шоу. И что ему было ответом, для кого аж доливовал в этом шоу? Чтобы хотя бы один человек получил спасение. Как норс вена же могу сгауты изгельбиема. Не бойтесь никогда говорить об Иисусе. Никомет не бейоките кальбете апе Езу. Чтобы потом не смотреть тем людям в глаза, которые ушли и не помирились с ним. Как толю галету межите экисто тем жмонем, куре ишео, ir nesusitaikė su juo. Итак, я сейчас пою песню о небе. Taigi, конечно, я дабардынуосю дыну апе дангу. Я посвящаю вот этим двум очень светлым людям, Насте и Доне, эту песню. Шита дына аж пошвенчу шитем двем лабы швесем жмунем Насте и Доне шита дына. Я верю, что мы с ними встретимся еще. Аж тикю, кад мэс дар суем, сусиматисим. The timeless thee, earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new. That day, gone is a curse from which I stumble. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears. Never cry again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. All around now the nations bow down to sing. The only sound is to praise us to Christ our King. Slowly the names from the no more.
меня еще три песни, потерпите меня. Dar trys giesmės ir aš norėjau jūs paprašyti, kad jūs aktyviau plotumėt. Здесь есть вообще в зале женатые, влюбленные. Čia yra salėje, kurie yra įsimylėję, apsiženyje. Есть, да. Ну, тогда эта песня посвящается вам. Tada šita daina, jinai bus jums pašvesta. Так, я немного хочу разрядить ситуацию, потому что мы все очень серьезные такие. Я спою песню о том, что любовь... Aš padainuosiu dainą apie tai, kad meilė... Когда царит любовь, kai karaliauja meilė, тогда расцветают цветы. Tada gėlės žydi. Итак, цветы под снегом. Taigi, gėlės po sniegu. Для всех влюбленных, для кто хочет любить. Visiem, kurie yra įsimylėję, kas nori įsimylėti dar. Ночи погаснут небеса, и так легко смотреть в твои глаза. Как хочет сердце рассказать то, о чем никто не должен знать. Руки твоей коснусь едва, ой, с губ сорваться так хотят слова о том, что в сердце берегу, что моя любовь цветок в снегу. Любите.
Влюбляйтесь. Милейте, дарите любовь. Довонокіте мейле. Мужья, не забывайте говорить жонам, как вы их любите. Вірей, не помиршките сакіти жмоном, кип жони, не забывайте взаимностью отвечать. Жмонос не отсакіките то почу. Будьте нежными. Буките тесьок швелнос. Но в меру. Бе тип. Чтобы не быть под каблучниками. Кад не бути по каблуку жмоном. Нужно знать меру. Реки жноти та. Да. Баланса. Следующую песню я опять спою о любви. Спою на английском. Называется «Я посвящаю тебе все, всю себя». Есть эгоистическая любовь. А есть любовь, которая может отдавать. Вот именно о той любви, она бывает сложно. Aišku, tai būna sudėtinga. Но именно вот к такой любви нужно стремиться. Bet būtent tokios meilės mes turim siekti. И Христос, Он самый лучший показатель для нас. Ir taigi, Kristus yra geriausias Потому что Он так нас возлюбил. Nes jisai taip mus pamilo, что Он просто на кресте страдал, кровь свою пролил. Jisai kentėjo ant kryžiaus ir lėjo savo kraują. И также мы должны любить друг друга. Ir lygiai taip pat mes turim vienas kitą mylėti. Итак, песня «Я все тебе посвящаю». Taigi, I surrender. Aš viską tau pašvenčiu. Cause I'm
такая песня. Если честно, то у меня тур уже длится около полтора месяца. Mano turas jau pusantro mėnesio. И практически приходится петь через каждых 2-3 дня. Ir tenka dainuoti kas antrą, trečią dieną. Но это последний заключающий. Bet tai yra paskutinis. И очень приятно быть у вас в церкви, я чувствую себя как дома. Išties labai malonu būti pas jus bažnyčioje, jaučiuosi kaip namuose. Неважно, сколько людей. Несvarbu, kiek žmonių. Можно петь для 2-3 человек. Galima 2-3 žmonėms dainuoti. Приходилось петь там, где и 20 тысяч человек. Man teko dainuoti ir ten, kur yra 20 tūkstančių žmonių. Но это неважно, ты поешь. Bet tai nesvarbu, tu dainuoji. Последнюю песню я спою о милости. Paskutinę dainą aš padainuosiu. О милости Божией. Гайлестингума дьявола, apie malonę. Хотя я уже на износе, если честно, как бы уже чувствую, там не вытягиваю что-то. Jau kažką neištraukiu, jau pervargau. Но я надеюсь, вы меня покроете. Bet aš manau, kad jūs pridengsite mane. Зачастую мы просыпаемся. Išties mes atsibundame. И мы смотрим вот на этот мир. Ir mes žiūrime į šitą pasaulį. На день. И dieną. На здоровых, близких и родных. И артимуосius. На мирное небо. И taikinga. На то, что мы можем собираться. И tai, kad mes galim rinktis. На то, что у нас есть что покушать. Už tai, kad mes turim, и tai, kad mes turim ką valgyti. И мы это принимаем как задолжное. Ir mes priimam tai, kaip turi būti. На самом деле Бог нам ничего не должен. Bet išties Dievas mums nieko neprivalo. Мы никогда не сможем расплатиться. Mes niekada negalėsim Dievui atsimokėti. А Божья милость, она обновляется к нам каждое утро. O Dievo malonė atsinaujina kiekvieną rytą mums. И эту песню я спою, милость твоя, последняя песня. Ir šita paskutinė daina yra tavo malonė, tavo gailestingumas. Божьим Бог сказал, я твердыня твоя, заповедал Он спасти меня. Всей душой к Нему стремлюсь, ничего с Ним не боюсь, знаю, милость Его велика. Лишь в Тебе укроюсь я, милость твоя, покрывай.
Богу. Давайте мы Богу воздадим славу. А ты доки мне деву виса шлове. Аллилуйя. Спасибо большое за гостеприимство. Ачула бы им у святингума. Спасибо большое. Ачула бы им. Ачу девуй.